Накануне Нового года общественный совет при МВД подвел итоги своей работы. Встреча состоялась в Министерстве внутренних дел 29 декабря. Заместитель министра Александр Кобрусев поблагодарил членов совета за поддержку и неравнодушное отношение к судьбе ведомства. От имени министра внутренних дел я себя лично хотел бы поблагодарить всех за тот большой объем работы, который проведен, за то участие, которое вы принимали и в наших мероприятиях. В знак признательности за труд участники встречи получили сертификаты на подписку ведомственных изданий, газеты «На страже» и журнала «Милиция Беларуси», а также наметили основные направления работы на следующий год. Вся деятельность и все те посылы общественного совета при Министерстве внутренних дел, они перерабатывались в определенных инстанциях Министерства внутренних дел и нашли свое выражение в тех законодательных актах, которые сейчас в конце года в том числе подписывает и глава государства. Это и борьба с наркотиками, это и усиление правопорядка на местах, усиление дисциплины. Все это, все, что мы обсуждали, а поскольку члены совета это люди эмоциональные, творческие, люди из среды, которая очень остро чувствует необходимость тех или иных перемен, тех или иных каких-то изменений. Собственно говоря, вот я удовлетворен тем, как работал наш совет. И министерство тоже. То есть все в результате выигрывает наше государство, наше общество. Это очень важно. День оказался знаменательным и для председателя общественного совета Геннадия Давыдько. Руководитель Белтелерадиокомпании презентовал детскую книгу для семейного чтения «Звезды седьмого неба». Экземпляр с автографом будет храниться в музее МВД.